Мы можем практически сегодня проводить универсиаду. Так высказался о подготовке к соревнованиям вице-премьер страны по вопросам строительства Виталий Мутко. Сегодня он проехал по основным объектам Платинум-арена, стадион «Кристалл», универсиадская деревня и посетил строящуюся улицу Волочаевская. Увиденным Мутко остался доволен. Говорит, по срокам отставания нет, да и проблем у нас практически тоже нет. Единственное, что он отметил, это разбитую дорогу из аэропорта. У вас телетрап, красивый аэропорт, дорога из аэропорта. Не все в идеале, но вот проблема, надо сделать все, чтобы было. Спокойный въезд, там, серьезный, большой. Сопровождал Мутко временно исполняющий обязанности губернатора Александр Ус. Он говорил не только о строительстве, но и о благоустройстве. Преображается сейчас проспект Мира. Можно было со старым проспектом Мира жить, но мне кажется, что красноярцы и красноярцы достойны лучшего. Мы сделаем несколько центральных улиц, то, что успеем. А затем, опираясь на этот опыт и на совместные программы, в том числе и с федеральным центром, пойдем дальше.